Привет всем! Сегодня я покажу вам полезные обвесы, которые можно найти для дрели или болгарки, повышая их эффективность и мультизадачность. Поехали! Насадка для шуруповерта, которая ускорит работу путем быстрой подачи шурупов. Благодаря эргономике и небольшому весу адаптер максимально приспособлен к непрерывной работе. Это эффективное дооснащение с возможностью настройки длины обеспечивает точное серийное заворачивание самонарезных шурупов с максимальной скоростью. Балеринка – это регулируемая деталь для сверления в древесине или гипсокартоне отверстий большого диаметра. Все благодаря перемещаемым режущим пластинам по горизонтальной направляющей относительно сверла сердечника на расстоянии от 40 до 200 мм. Аксессуар используется с дрелями и шуруповертами, максимальная глубина сверления – до 25 мм. Компактный, самовсасывающий лопастной насос на дрель. Он предназначен для перекачки пресной или морской воды, масла или растворителей в домашних условиях. Механизм приводится в движение посредством дрели, в зависимости от выставленного количества оборотов которой производительность насоса достигает 35 литров в минуту. Кондуктор для врезания петель. Набор послужит для сверления глухих отверстий под мебельную петлю в фасадах мебели с использованием обычной дрели. Кондуктор точно позиционирует отверстие для петли, соблюдая необходимые смещения и глубину сверления каждый раз благодаря ограничителям, так что установка фасада будет ровная и точная, без перекосов. А вот сверла трубки незаменимы, когда требуется сделать аккуратное отверстие в кафеле, стекле или керамике. Используя такой шаблон, устройство с присоской и регулируемым механизмом под разные диаметры сверла, сверление трубками становится сущим пустяком. Кроме того, адаптер оснащен механизмом подачи воды, что также облегчит сверление и продлит ресурс корон. Эта примочка получила название «сверчок». Деталь подходит для фигурной резки листового металла толщиной до 2 мм. Работает в паре с дрелью со скоростью вращения шпинделя от 1,5 до 3000 оборотов в минуту. Минимальный диаметр резки составляет 12 мм. Насадка для удаления заусенцев. Инструмент быстро восстанавливает поврежденные концы резьбы так, что гайка накручивается на них беспрепятственно, экономя деньги и время. Адаптер упрощает процесс ремонта, снижает время на зачистку концов резьбы, а также позволяет отремонтировать резьбу, сняв заусенцы там, куда раньше так просто было не добраться. Помощник дрели. Такое устройство способно выполнять сразу несколько задач. Оно поможет нанести правильную разметку благодаря встроенной лазерной указке. Во время сверления помощник не позволит отклониться сверлу, и оно войдет в материал точно под прямым углом. Ну а после завершения работы достаточно будет вытряхнуть содержимое контейнера, в который собирается весь извлеченный сверлом мусор. Никогда не задумывался, почему сосед с дрелью никогда не затихает? Неужели у него не ломается дрель и не тупятся сверла? Ответ может быть заключен в данной приблуде. Мини-шлифовальная машинка предназначена специально для выравнивания кромок и восстановления геометрии сверла. Эта модель не имеет мотора и работает от привода дрели. Закрепив ее в патроне, запускают дрель и спустя несколько минут сверла снова готовы к работе. При работе с деревом, а особенно с дорогостоящим материалом, важен качественный спил, ведь неосторожная обработка может повредить древесину. Благодаря специально разработанной форме этого цепного диска он не вибрирует, не отскакивает от разрезаемой поверхности и не заклинивает. Отрезной цепной диск предназначен для распилки древесины из твердых и мягких пород дерева, фанеры, как для поперечного, так и для продольного реза. Снятие изоляции и сращивание проводов – основные действия, которые наиболее часто требуется осуществлять при работе с проводкой. Используя специальную насадку на шуруповерт, скорость выполнения подобных работ возрастает многократно. Не требуя наличия специальных навыков, с помощью такого приспособления можно зачистить и скрутить вместе до 4 проводников. Примочка для шлифования, которая поможет расширить функционал обычной болгарки, а иначе УШАЭМ.
Правда, с небольшим нюансом. Придется расточить ведущий ролик и нарезать резьбу М14, доработав таким образом приспособление под наш инструмент. В комплекте к насадке поставляются несколько лент различной степени зернистости для шлифования разной поверхности. Джиг. Данный инструмент дает возможность быстро и надежно соединить деревянные детали. Сверлятся отверстия под углом с помощью кондуктора и ступенчатого сверла в одной детали, которая затем прикручивается с помощью специальной биты с саморезами ко второй. Это соединение надежно, и нет необходимости оставлять его на время под давлением струбцин при использовании клея. Долбежное сверло с оправкой в виде квадратной стамески. За одну операцию без смены инструмента с его помощью можно изготовить прямоугольные пазы. При этом оправка фиксируется на шпинделе, а сверло находится внутри, выступает за оправку и при его вращении получается квадратное отверстие. Одна сторона долота имеет прямоугольную канавку для выхода стружки. Во время работы со шлифовальными машинками в воздух поднимается огромное количество вредных частиц. Чтобы обезопасить себя, а заодно не загрязнять рабочую область, используется насадка с вытяжкой для пылесоса, которая позволяет прямо во время работы удалять пыль и отходы с рабочего места. Это позволит качественнее обработать поверхность, а надежные крепления не позволят насадке слететь даже во время очень сильной вибрации. Насадка на дремель. Данная приставка представляет собой самый быстрый и простой способ заточки ножей и ножниц по направляющей, который обеспечивает оптимальный угол для работы. Насадка получила широкое применение для заточки многих садовых инструментов и режущих приборов для ухода за газонами. А такие щетки-адаптеры используются совместно с дрелью или шуруповертом. Насадки различной формы и уровня жесткости щетины подходят для очистки различных поверхностей максимально эффективно и с минимальной затратой времени. Детали эффективны как для удаления въевшихся пятен и сильных загрязнений, так и для мягкой, нежной очистки чувствительной обивки автомобиля. Приспособление, превращающее болгарку в цепную пилу. Примочка, без сомнения, поможет расширить функционал УШМ. Не обойдется без доработки под наш стандарт. Придется рассверлить звездочку под больший диаметр. Адаптер для тех, кто несколько помешан на инструментах во всех их проявлениях и не может спокойно пройти мимо такого трансформера. Данная приблуда сделает из угловой шлифовальной машинки электростамеску. Деталь позволяет легко и быстро изготавливать малые и средние проекты в резьбе по дереву, рельефы и барельефы. Она устанавливается практически на все болгарки. Если посадочное место под кожух не имеет нужного диаметра, то в комплекте имеются разрезное дистанционное кольцо и конические адаптеры. Угловая приставка. Приспособление позволяет установить насадку под прямым углом, что упростит работу в труднодоступных местах и превратить бормашинку в мини-болгарку или мини-угловую дрель, а также облегчить резку материалов с применением отрезных кругов всех типов. Шарикоподшипники и спиральная коническая шестерня обеспечивают плавную и спокойную работу. Работа же ручными заклепочниками – процесс довольно трудоемкий и тяжелый, очень быстро устают руки. Однако есть альтернатива и дорогостоящим инструментам. Данный адаптер позволяет устанавливать вытяжные комбинированные заклепки при помощи дрели или шуруповерта, обладая тем же функционалом, что и обычные устройства. В комплекте также предусмотрены переходники, которые позволяют работать с заклепками различного диаметра. Поворотная насадка на дрель, которая получила в простонародье название «твистер», позволяет скомбинировать работу двух инструментов – дрели и шуруповерта. Деталь двусторонняя и поворотная, с одной стороны которой сверло, а с другой – шуруповерт. То есть работа ускоряется, можно просверлить отверстие и тут же вкрутить в него шуруп. Сабельная пила – это универсальный аксессуар, который позволяет использовать любой сверлильный инструмент для резки металла и древесины. Адаптер эффективно работает со всеми типами сверлильного инструмента – дрелью, шуруповертом или перфоратором при наличии реверса и на скоростях вращения от 2000 оборотов в минуту.
Мы с вами рассмотрели лишь некоторые детали, которые можно установить на дрель или болгарку. Существуют также и более специфические обвесы на эти популярные электроинструменты. Выход второй части будет зависеть от вас, друзья, если вам понравится эта подборка. Всех благ, удачи и пока!